Рыбки, доброго вам времени суток. Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. В данном видео хочу предложить вам гороскоп на ноябрь 2018 года. Работать я сегодня буду с колодой Steampunk Таро. Работаю я, как вы знаете, как на прямых, так и на перевернутых арканах. Карты так сами ложатся в момент тасовки, выкладки колоды. Поэтому, если у вас в раскладе вдруг выпадут все перевернутые арканы, то это лишь указание на то, что вы сами себе создаете препятствия в своей жизни, и вам нужно будет их преодолевать. Расклад стандартно вам покажет общую атмосферу месяца, а также события, которые наиболее вероятно произойдут у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам данный месяц. Напоминаю, что расклад выполняется для широкой аудитории. Проиграться он однозначно для всех не может, потому что знак зодиака у вас один, а асценденты у всех разные. Поэтому смотрите, сопоставляйте и решайте, по какому знаку для вас больше всего проигрывается. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Старший аркан Дьявол, ух ты, как зависимость, борьба со своими внутренними демонами, с самим собой, либо противостояние, да, то есть попытка преодолеть вот какие-то внутренние страхи, какие-то комплексы. Чего будет касаться, давайте посмотрим более детально, потому что касаться может быть абсолютно любой сферы жизни. У вас это перевернутая пятерка пентаклей, выход из ситуации кризиса, выход из финансовой зависимости. То есть, например, если у вас были какие-то кредитные либо долговые обязательства, закрыть этот момент, распрощаться с этим, ну и стать, знаете, как птица вольная. Так, в плане работы, что у вас? Повешенная ситуация, застоя. То есть, если на текущий момент вы безработны, ситуация не поменяется. Здесь падает шестерка жезлов. Это указание на то, что, кстати, это для вас еще может быть связано с переездом для многих, со сменой места жительства, либо в целом переездом, да, в другой филиал, в другой город и так далее. Если же здесь у вас вы наемный работник, либо свой бизнес, то есть тоже это каким-то образом связано у вас с перемещением. Либо по шестерке жезлов ситуация застоя в работе по той простой причине, что вы в отъезде, вы в отпуске. Так, в плане финансов. У вас здесь падает карта жрица. Ну, жрица никогда не указывает на финансы. В плане финансов здесь ситуация застоя, то есть прибыль не получаете. Вот, видимо, из-за того, что не работаете. Ну, больничными здесь не показывает, поймите, здесь больше как ситуация переезда, отъезда, ну, то есть отпуска, поэтому застой в финансах. В плане здоровья. Вот у вас здесь падает перевернутая тройка пентаклей. Карта говорит о том, что здесь происходит, ну как, сбой системы, да, вашего организма. Из-за чего? Из-за того, что вы не выполняли каких-то предписаний, либо рекомендаций лечащего врача, либо отмахивались от тех, скажем так, позывов вашего организма, которые указывают четко на то, что вы, например, приболели. Потому что данный аркан указывает на либо непрофессионализм врача и плохое ваше лечение, либо наоборот, злоупотребление лекарствами. Кстати, для спортсмена вот это может отыграться как переутомление от избыточных занятий спортом, либо для некоторых как чрезмерное увлечение пластической хирургией. Поэтому здесь, особенно барышни, не перестарайтесь. Так, в плане личной жизни перевернутая сила. Если на текущий момент вы одиноки, то ситуация здесь не меняется. Если вы в паре, неважно какой формат взаимоотношений, это спад сексуального влечения, либо сексуальной активности. Здесь какие-то ссоры, размолвки, какие-то взаимные упреки. Напряженная такая ситуация. Почему? Потому что вот ситуация тупика, ситуация двойственности. По причине ваших страхов, какие-то переживания, бессонницы, может быть даже слезы в подушку. По какой причине? Да потому что вы стараетесь, складываетесь, а не видите отдачи здесь со стороны партнера. Особенно если вы сама на себе, либо сам тянете какие-то долговые обязательства, то здесь вы не видите сподвижек со стороны партнера вам помочь в этом вопросе. Ну и с позиции совета, о чем вам говорят карты. Вот видите, перевернутый туз кубков, что у вас преобладают одни деструктивные эмоции. То есть в плане совета
Если вам необходимо проплакаться, выплеснуть все наружу, весь этот негатив, либо то, что вы замалчивали, сделайте. Не держите это в себе. Дайте на выход вот волю вашим эмоциям, вашим чувствам и переживаниям. Потому что вот то, что вы держите в себе, а вы человек очень эмоциональный, да, это потом сказывается негативно на вашей психосоматике. Вот вам потом и некачественное лечение, вот вам потом и неправильные какие-то выводы, которые вы делаете в личной жизни. То есть эмоциям волю, все наружу. И вот тогда, когда вы начнете озвучивать, проговаривать и показывать в чем-то свое недовольство, вот тогда может ситуация поменяться коренным образом. Поэтому, дорогие мои представители рыбок, не грузите себя какими-то переживаниями, все озвучивайте, все высказывайте, и пусть ваш перевернутый туз кубков станет для вас полной чашей. Я вам искренне от всей души этого желаю. Вот таким у вас вышел месяц. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как он у вас проигрался или нет. Для тех, кого интересуют мои индивидуальные консультации или обучение, ссылки на мои контакты вы найдете под этим видео.